Вот молочко, мы приехали, нас с молочком с таким встречали. А ну наливай давай молочко. Оно густое, смотрите, как наливается. Звук какой. И пенка. Это молочко. В общем, показ дома начался с молочка. Теперь идем дальше. Тут такая печка. Топится дровами. Отопление тут дровяное. Вот нам говорили. Встретила нас женщина, очень-очень красивая. Не знаю, сколько ей лет, 50. Ой, а в какую же сторону он открывается? Вот сюда дрова, там огонь. Вот. Ну и отсюда тепло, чтобы выходило. Очень красиво. Такая печечка. Это металл. Да. Вот сейчас идем в зал. Такой тут зал. А ну где тут свет включается? Вот свет. Это... Тетя эта женщина вышивала. Красиво очень вышивка, красиво. И вот так вот. Очень все красиво. Такие окна. Это мое там отражение. Тут картина красивая. Если вам слышно, как Фуся молочко пьет, голодная Фуся наша. Такая картина. Тоже вышивала тетя. Я спросила. Она говорит, ее тетя, когда на пенсию вышла, ей нечем было заниматься. Она говорит, дай мне что-нибудь, чтобы я могла вышить. Они как раз делали эту часть дома для посетителей. Вот такая вышивка. Это не крестиком, это по-немецки это называется гобелен. У нас совсем другое понятие о гобелене было, по крайней мере, у меня. Мы гобелен плели, это было ковровое плетение гобелена. У нас назывались, в моей художественной школе, по крайней мере, в которой я училась. А тут гобелен это вышивка. Ну, не знаю, неожиданно так. Вот такой диван угловой, лампа. Шторки такие замечательные. Сейчас барабанная дробь. Сейчас я покажу главное окно, самое красивое окно в мире. Почему? Потому что из него открывается самый красивый на свете вид. Посмотрите, мы в Альпах. Мы в австрийских Альпах. Я не верю, люди добрые. Я не верю. Я хочу здесь жить. Хочу здесь остаться, жить навсегда. Никуда не хочу уезжать. Какая красота. Посмотрите только, это Альпы, это Австрия. В общем, страна все равно какая, в принципе, да. Земля дана была человеку Богом. Это уже люди начали там делить. То мой кусок, не лезь туда, это твой кусок, я туда не полезу. Ерундой занимается. Вот это поле, вот. Она говорила, это она тут картошку посеяла. Ой, то есть посадила. И рассказывает, что 12 дней не было дождя, и уже подсыхать начало. Сейчас перед нашим приездом как раз тут была буря небольшая. Это вид из нашего окна, из гостиной комнаты. Посмотрите, какая красота. Там еще горы открываются, еще горы. О, мама родная. Я точно здесь останусь жить. Это ж фотографировать, не перефотографировать. Посмотрите, посмотрите, что тут. Я стараюсь, насколько возможно, камеру не шатать. И вообще, честно говоря, хоть я и болтунья по натуре, но разговаривать сейчас много не хочется. Хочется открыть рот молча, выпучить глаза и наслаждаться. Вот эта вот стеночка. Где они живут?
Хозяева наши. Такая тут везде красота. Ой, у них такой говор смешной. Она по-немецки с нами, конечно, говорила. Но я очень старалась, чтобы не заржать, честно говоря, потому что так смешно. Вот как кто-то смеется, когда русско-украинский суржик. Также мне было смешно, когда она на австрийском диалекте говорила. Хотя, если она будет разговаривать чисто на своем диалекте, мы там вряд ли что поймем. Розы такие. Очень красивые розы. Они там на сетке, на стене держатся. Я потом позже выйду, сфотографирую, засниму это все. Если у меня получится, я домой приеду, буду экспериментировать, конечно, с видео редактором. Если получится, я еще повставляю, может быть, каких-то фоток между делом. В общем, вот такой у нас вид, смотрите. Я надеюсь, что не очень быстро камера едет, что ни у кого голова не закружится. Там вход в их квартиру, нижний вход, тут лестница сверху, наверх сразу. Такую подробность она еще сказала, что здесь сверху, с самого верху, ее дочка живет с семьей. Четверо детей у них, кажется, если я не перепутала. И тут рядышком еще, если туда спуститься налево немножко, считаю, что в этом же дворе, в этом же уголочке маленьком, там, за вот этим сараем, там дорожка вот эта идет, и там живет ее свекровь, бабушка. Ой, как красиво! Как красиво, люди! Я очень надеюсь, что вам понравятся эти кадры. И очень надеюсь, что я не сильно трясла камеру, не очень быстро ее вводила. Потому что я снимаю для тех, кто будет это смотреть. И, Танюшечка моя дорогая, я еще буду прыгать. Еще попрыгаю. Сейчас нет, сейчас я хочу только насладиться. Только насладиться. Там вот туман, видите, такие полосы размытые. Это вообще-то не туман, а еще остатки дождя. Или туман уже. Да, дождь прошел сейчас. Солнце светит. Посмотрите, какие лучи, как выходят. Мы приехали, там еще над некоторыми горами туча висела. Дождевая. Сейчас выходит. Посмотрите. Я не знаю, как оно будет на большом мониторе. Но небо горит. И лучи сверху. Знаете, как рисуют, когда... Вот такая картина, как будто Бог с людьми разговаривает, да, рисует такие картины, лучи вот эти сверху. Так вот оно сейчас выглядит. Именно так. Красота вообще. А мы такие наивные, говорим. Ну, издалека же не видно, да. Вот видите, вот эта горка темненькая. Вот эта вот горка. И тут лысина, да. Я говорю, ой, я там, наверное, дом себе построю и буду жить напротив вас. Она говорит, нет, это называется ханг по-немецки, не знаю, как по-русски даже, если честно. И там очень-очень круто. Там дом никакой не построишь или будешь наискось ходить. Так что обломалась я со своей идеей, чтобы к ним в окна заглядывать. В общем, вот такой вот вид из окна. А какая красота, люди, я не могу, я не хочу отсюда уезжать, не хочу. Это каждый раз, каждый год одно и то же повторяется. Я плачу, когда приезжаю, плачу от радости и плачу, когда уезжаю, потому что не хочу и не могу уехать, но нужно. Нужно уехать, а переехать мы не можем, потому что у нас там родители Ромины, они уже тоже в возрасте и... Нельзя. Моя мама очень далеко, моя мама в Киеве, и мы рады, что хотя бы его родители рядышком, что мы всегда можем быть, если надо. Мы живем, можно сказать, достаточно тесное общение, каждый день видимся. Ну, иногда раз в два дня, но в основном мы видимся часто. Стараемся поддерживать друг друга, и это очень-очень важно. Поэтому мы не можем сейчас никуда уехать, переехать. Работа – это, в принципе, уже второй вопрос. Если захотеть, можно найти работу везде, но родители у нас только одни. Нам дается каждому. Вот. Так что наслаждайтесь этим видео. Надеюсь, что в
получилось мне что-то показать хорошее. Всего хорошего. Тогда до следующего видео.